Кажется, еще вчера отзвенел последний школьный звонок. Уроки, интересные мероприятия, друзья и веселые перемены, выпускной вечер. Все это проходило в стенах родной школы. В первую субботу февраля, по традиции, школы вновь распахнули свои двери для выпускников прошлых лет. Разные классы, разные выпуски. Кто-то окончил школу полвека назад, кто-то раньше. Но все уходили во взрослую жизнь юными, полными стремлений и надежд. Спустя много лет встреча с учителями, одноклассниками вызывает бурю эмоций. Улыбки, объятия, вопросы, как дела, удивление, какие же вы стали взрослые, нахлынувшие воспоминания. Помнишь? А это ты помнишь? В первую субботу февраля в 16-й школе собрались бывшие ученики, чтобы вспомнить школьные годы. Один из них, Алексей Зубченко, не пропустил еще ни одной встречи. Выпуск 1995 года он не забудет никогда. О школьных годах вспоминается только хорошее. Школа – это как бы так основание, камень в нашей будущей жизни. Эта школа давала нам, дает сейчас нашим детям образование, дает как бы так ту жизнь, которую они потом войдут в взрослую жизнь. Этот год для Алексея Зубченко юбилейный. 20 лет назад он переступил порог родной школы, будучи выпускником. Очень здорово вновь встретиться с теми, с кем вырос, признается Алексей. С кем сидел за одной партой, выступал на школьных вечерах и даже прогуливал уроки. Впечатление, ну, трогательное, щепетильное такое. Как бы так видишь людей некоторых, давно с кем не виделся, кто-то вот сегодня из Москвы приехал, кто-то еще откуда подъехал, поэтому трогательно, сердце колотится, аритмия большая, как говорится. В зале собрались бывшие ученики разных лет, но все они одинаково дороги для родной школы. Радость от долгожданной встречи была на лицах выпускников, учителей, вложивших в своих учеников много творческих сил, а сейчас довольных от того, что их старания были не напрасны. Ученики состоялись как граждане страны, как хорошие специалисты и просто мамы и папы, дети которых тоже учатся в родной школе. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».